как-то чуть-чуть это далековато, или вот так повернем, да? Так, хорошенько надо ее приклеить. Маленькая какая-то она сильно, крошечная. Так, месяц у нас будет на красном клее. И клей прорезиненный, специальный для тату. Гипоаллергенный. Красно решили, да? Нет. Это задумка такая, которую ты пропустила, сейчас мы говорили. Колористика. Когда на красный сыпешь золото, будет оранжевый. А если на черный лепить золото, будет грязный. Грязный-прегрязный цвет. На бесцветный можно было бы еще. Но не заметен. Потом, если... Еще не знаю, как сейчас дальше делать. Так, красный. Убираем. Наверное, сразу сейчас мы сделаем. Вообще я хотела. Ладно. Если этот насыпем, будет слишком темный. А этот золотой сейчас мы насыпем вот так. Так, кошку мы не налепили клеем. Если сейчас кошку налепили, мы можем было запачкаться. Сразу закрываем, чтобы лишнее все смотрел. И на кошке, чтобы у нас тоже ничего не осталось. Так, теперь сначала так, а потом. Блестки попали. Клея наносить надо мало. Тонкий слой. Что толстый слой быстро скребнется весь рисунок. Лишнее все убираем. Специальный редактор, да, где вы видео монтируете? Я сама редактор. Я редактор, я дизайнер. Я все, что хочешь. Я все одна. Вы не пробовали вот это приложение VC? Sony, по-моему, есть. Sony. Профессионально оно. У меня не устанавливается. У меня есть и приложения разные, где много разных переходов, всяких кружалок, всяких надписей. Не могу установить на свой комп. Я... Да, на комп тяжело, кстати. Не могу. Я прям... в телефоне потом начну. Программ у меня много разных. Я Movavi. Мне очень нравится. Ну, что-то на телефоне слетело, на компьютере слетел. На ноутбуке еще есть. На планшете у меня, в телефоне, у меня везде все есть. Только там остается от них это. Сейчас у меня другая программа. Якут, по-моему. Якут? Угу. Ну, там нет водяного. Теперь я могу это снять. Чище, чтобы была работа. Красота. И сверху мы присыпем синим. Что-то вот тут, что-то такое попалось сзади за кусочек. Нога одна толстая, или такая она была. Или не прокрасили здесь что-то. А, чтобы сделать, надо все время насыпать. Как будто нам наметываешь, махиваешь, наметываешь движениями, веничком насыпаем. И сразу убираем. Потом может перевернуть этот рисунок.
смысле видос. Буду тебя переводить. Красотка, камера. Только золото теперь ушечки запачкалось. Золото, бриллианты, никакой бижутерии, только золото, бриллианты. Красота. Ну, как будто бы тень здесь. Мы можем мы с этого убрать все сейчас. Даже мне понравилось. Ух ты. Так, какие-то штуки здесь. Может быть, это даже паста. Кусочки. Ну и как-то вот так она получается, да. Все лишнее сметаем. Носится 2-4 недели. Кто-то пишет неделю, 3 дня. Нифига, мне долго носится все. Главное, чтобы кожа была поскрабленная, ну, чистая. Mm-hmm. Когда там нет омертвевших клеток, она и носится долго. Все, ничего не делается. И вот подруга на ощупь, она бархатистая такая. Угу. А нога какая гладкая. Сейчас